залитых светом струящимся из овальных озоновых дыр. Развлечение влечением, бренное тление, а может быть просто чье-то веление. Время, доктор и командир. Боже, отче, Господи, сын, отпустите туда, где сны. Но выхода запасных нет, как не было. Жили-были, в эдакой не были. Время грело нас, стреляных. Рваные раны сушила на солнце, стрелы точила и пила с колодцев студеную воду, готовила кольца для пластилинов, из пластилина рисуя себя на кувшинах из глины, скрывала провалы своим покрывалом. Отрывной календарь обернулся кровавыми датами, не защищали щиты и латы. Мечи нарала, перековала, а реки сковала льдом, а потом работа до пота седьмого. Седьмая вода прохладной была, как никогда. На солнце слюда, танцусальное золото блестело, слепило. И вроде бы жилу все было да сплыло, сгорело, остыло. Шила на мыло давно променялись, песни по жизни отчаянно врали сами себе. И подогревали другим на обед на кострах инквизиции. Идеологический бред. Свет оказался в начале туннеля, а не в конце, в конце полумрак. Никому не известно, где свято место. И как ни крути, это так. Там начало нашей печали, опять не допели, не досказали, сняли с креста, а воскреснуть не дали, а время все крутится по спирали, затирая слова на разбитых скрижалях.